связи с прохождением купального сезона повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах. Жертвами воды часто становятся дети, безнадзорно проводящие время на водоеме. С начала июня этого года, по оперативным данным, в Приморском крае погибло уже 8 несовершеннолетних. Трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Так, 24 июня в 2020 в Главное управление МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что во время купания на реке Арсеньевка в Яковлевском муниципальном округе пропало трое детей. За сутки спасателям удалось найти двоих подростков. К сожалению, они утонули. В понедельник утром было найдено тело третьего ребенка. 26 июня в 14:10 поступило сообщение о том, что во время купания в карьере в районе села Летно-Хвалынское утонули два ребенка. Для оказания помощи была направлена группа спасателей и водолазов МЧС России. Оба несовершеннолетних найдены, к сожалению, они погибли. Чтобы избежать трагических ситуаций, Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает придерживаться элементарных правил поведения на воде. Не купаться в тех местах, где установлены запрещающие знаки. Держаться ближе к берегу. Ограничивать время пребывания в воде, принимая во внимание ее температуру. Не подплывать к любым судам. Не нырять со скал, лодок, причалов. Не купаться в водоемах с сильным течением. Проверить это очень просто. Достаточно кинуть в воду щепку и понаблюдать за ней. Категорически запрещено купаться в искусственных водоемах, таких как карьеры и водохранилища. Также недопустимо заплывать за буйки или иные ограничительные знаки. Купание детей должно происходить только под контролем родителей. Оставление детей на водоемах без присмотра категорически недопустимо. Задача родителей – как можно раньше научить ребенка плавать. Но важно помнить, что даже отличное умение не гарантирует полной безопасности. Берегите тех, кто вам дорог. Не оставляйте детей без присмотра. В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам 101 и 112.